добавляем суффикс «er». Берем прилагательное и добавляем к нему суффикс «er». Например, берем большой «big», и больше будет «bigger». Здесь у нас удваивается согласная, потому что если мы ее не удвоим, у нас получится «bigger», а не «bigger». Для сохранения типа слога. То есть вот так вот у нас получается открытый тип слога, и тогда надо читать как «i». А мы закроем его, две поставили, и вот вышло у нас. Ну, возьмем, к примеру, слово «маленький» – «small», а вот «меньше» будет «small», а здесь уже ничего не происходит, только суффикс добавили. Если один слог, то мы делаем вот так. Если два слога и больше, мы добавляем слово. Смотрите, если мы берем слово «beautiful», оно само по себе длинное, и суффикс к нему добавлять, это сделать его еще более длинным. То есть beautiful, там состаришься прежде, чем произнесешь это слово. Поэтому у длинных слов мы добавляем слово. Например, мы хотим сказать более красивый. Берем слово more или красивее, что по-русски будет и так, и ставим beautiful. Beautiful, more beautiful, более красивый, красивее. Итак, короткое слово, где один слог, мы добавляем суффикс. Кто помнит из курса русского языка, суффикс вот так обозначается домиком. Если слово более одного слога содержит, добавляем слово more. More beautiful, more interesting, more boring, more considerable и так далее. Чем какой-то другой. Как правило, это тоже с глаголом to be. Когда будем разбирать глагол to be, потом уже можно целые предложения со всем этим строить. Теперь, что касается превосходных превосходной степени. То же самое, один слог, можно поставить суффикс. Только здесь будет суффикс est, est. Берем слово маленький. Самый маленький будет the smallest. Самый большой the biggest. Там тоже будет удваиваться согласное. Но если у нас слово длинное, то надо будет добавлять перед прилагательным слово. В этом случае у нас будет уже слово most и обязательно the. То есть здесь the most, и потом мы добавляем прилагательное. Если мы хотим сказать самый красивый, мы получаем the most beautiful. Итак, сравнительная превосходная степень у прилагательных образовывается в зависимости от длины слова. Один слог добавляем суффикс, сравнительное er, превосходное est. Длинное слово добавляем слово, сравнительное more, превосходное the most. Всегда с превосходной используем the. Самый большой the biggest, самый маленький the smallest, самый красивый the most beautiful. Неважно, суффикс вы добавляли, слово вы добавляли, the всегда сопровождает форму, которая отвечает на вопрос самый-самый. Так, теперь возвращаемся сюда. Еще раз, положительная степень это, то есть всего три степени сравнения. Положительная, когда то же самое, что такой же как, или не такой как, но мы не меняем форму прилагательного. As, as, not so as. Сравнительная степень. Один больше, чем другой, интереснее, чем другой. Мы сравниваем предметы, людей, группы. Длинное слово more, короткое слово, суффикс er. Превосходная степень. Один из группы выдается самый-самый, самый большой город в мире, самое большое население, самый богатый человек в мире, самая высокая гора в мире. Самый-самый берем the, короткие слова, суффикс est, длинные слова, слово most, обязательно the, the most. Это самая основная информация, работаем сейчас с ней.
закрываем эту майндкарту, или сейчас смотрим на эту майндкарту, смотрим на эту майндкарту, восстанавливаем. Всего у прилагательных степеней сравнения 3. Внизу какая? Вверху слева. Сравнительная вверху справа. Превосходная. Так, у сравнительной там внизу синеньким были написаны два предлога. Какие? As, as. Да, ой, союзы, сори. As, as, союзы. Так, что? Да, в положительное as, as. Нет, это я сказала сначала предлоги, а потом поправила союзы это. Двойной союз. Так, теперь у сравнительной и превосходной, ко второй майндкарте возвращаемся. Так, в середине зелененьким коротенькая палочка, значит, короткое слово. Сколько слогов должно быть? Один. Так, добавляем суффикс у сравнительной. Ер, да, r, да, er, называем по буквам. И у превосходной est. Так, и длинные палочки пошли. У длинных слов больше одного слога. Здесь слово more, а здесь most. Так, теперь пошли на превосходную. Что там важно знать про него? Что надо всегда ставить the. Так, а у сравнительной это есть еще какое-то слово. Then, чем? Так, теперь нарисуйте общую майндкарту. Не вот эти две разорванные, а одну майндкарту. Соответственно, стартуйте немножечко ниже, чтобы вверх было куда уходить. А? Then это мы просто приписываем к сравнительной степени, что оно там есть. Так же, как the мы приписывали к превосходной. Когда мы его, когда мы ставим, строим предложение в сравнительной степени, например, моя квартира больше, чем квартира моих родителей, чем мы слово ставим? My flat is or my apartment is bigger than my parents' apartment. Когда мы строим предложение, но в самой форме с прилагательным оно нет. Просто оно будет присутствовать в предложении, если мы используем сравнительную степень. Можно сначала слово, а потом as. So, в утвердительной форме только as, as. В отрицательной можно not as, as, not so, as, но в утвердительной только as, as. So здесь нельзя поставить. Работаем. Слово превосходный? Superlative. Пятнадцать секунд. Пять секунд. Заканчиваем задание. Закончили задание, сравнили самый центральный элемент и положительная степень, верхние элементы, сравнительное, превосходное, продолжение от них. Так. Пример на использование the same color as, the same size as. Когда мы говорим о цвете или размере какого-либо предмета, сравнивая два, у моего соседа машина той же марки, что и у меня, то есть такая же машина, у него Audi и у меня Audi. My neighbor has the same brand, car brand as me. У моего соседа машина такого же цвета, как у меня. My neighbor has the same color, car, the same color, as my car, or as I do, as I have. Так? Размер моей квартиры, у меня квартира такого же размера, как и у родителей. My apartment is the same size as my parents' apartment. Здесь все понятно? Так, вопросы по превосходной, сравнительной, позитивной степени сравнения? Нет, едем дальше. У нас остались наречия. С наречиями здесь, в принципе, вообще все просто, потому что у наречий есть тоже степени сравнения,
И то же самое. А, погодите, с прилагательными-то там еще одно наращивание есть. Это для тех, кто язык учил, и сейчас возникает вопрос у некоторых по поводу happy, clever, narrow и так далее, pretty. То есть это слова, у которых два слога. Причем второй из них заканчивается на y, на er и на ow, но это только narrow. Это, скажем так, продолжение, как пометочка на сегодняшний день. То, что я вам дала, это универсальное правило. Это просто универсальное правило, как действовать. Один слог – суффикс, два слога – больше слогов, слово добавляем. Раньше было исключение из этого правила, когда два слога, и причем второй из них – это yer или ow, то надо было делать суффиксом, то есть красивее или happy, к примеру, счастливее надо было делать happier и prettier. Соответственно, умнее надо было делать cleverer и уже narrower. Но поскольку, во-первых, американцы все стали упрощать, во-вторых, люди стали делать часто ошибки, а ошибки в речи, когда они приобретают массовый характер, закрепляются и выводятся в разряд правил. Теперь мы имеем правило, что кофе может быть среднего рода. И жалюзи вроде как будет даже, по-моему, множественного числа будет считаться, что жалюзи множественного числа, да. То есть это для иностранных слов такое принимается правило. Ну, в общем, язык постепенно меняется, но на сегодняшний день есть два варианта. То есть люди стали говорить больше more happy, more pretty, more clever и more narrow. Так же, как и можно было бы сказать the happiest, самый счастливый, и можно сказать the most happy, the prettiest, the most pretty, the cleverest, the most clever, the narrowest, самый узкий, the most narrow. Так, это два варианта. На сегодняшний день существует система двойных стандартов. То есть так правильно и